строительство Центра культурного развития города Кулаков удалось от имени Саратовской области. На 20 марта 2020 года между правительством Саратовской области и Министерством культуры Российской Федерации было заключено соглашение о перечислении из федерального бюджета и бюджета Саратовской области о субсидии на строительство этого центра. Сумма 141 миллион 428 тысяч рублей. Был определен земельный участок, это 21 микрорайон, для строительства Центра культурного развития. Вот в эксплуатацию предполагается в ноябре 2023 года. Был проект типовой. В рамках национального проекта в 2020 году было разработано 8 типовых проектов в зависимости от культурных, национальных традиций и климатических условий. И, соответственно, субъекты Российской Федерации выбирали, ну так скажем, под себя тот или иной типовой проект. Под наши условия был выбран проект Республики Татарстан города Зеленодольск. Это одноэтажное строение высотой 14,7 метров. Вместимость зрительного зала планируется 199 посадочных мест. Предполагается по проекту буфет на 48 посадочных мест, танцевальный зал, три универсальных класса, выставочное пространство. Количество посещений 400 посетителей. В настоящий момент проводятся подготовительные работы. Выполнена топографическая съемка земельного участка. Получен градостроительный план. Организованы проектные работы по привязке. До 1 ноября мы планируем получить геологические и экологические изыскания. И, соответственно, нам нужно сейчас заключить договор по выполнению проектно-сметной документации по привязке этого типового проекта уже к существующему земельному участку, к существующим коммунальным системам.